Ценю себя за то, что умею добиваться поставленных целей. Все время пробую что-то новое, двигаюсь только вперед. Если у меня жизненный девиз, ну, думаю, да. Никогда ни о чем не жалеть и не оглядываться в прошлое. Жить настоящим здесь и сейчас. Я восторгаюсь волонтерами. Их помощь – это неоценимый вклад в развитие благотворительности. Они каждый день помогают людям, которые оказались в сложной жизненной ситуации. А через 15 лет, я научусь водить машину, буду работать в клинике с стоматологом. И да, я уже сейчас посещаю курсы медико-биологической школы и буду дарить людям белоснежные улыбки. И чувства, и разум одинаково важны. К ним нужно прислушиваться в равной степени, найти баланс. Совершала ли я поступки, о которых сейчас жалею? Я совершала много разных поступков, но ни об одном из них не жалею. Я считаю, что не нужно ни о чем жалеть, ведь все, что не происходит, то к лучшему. А я здесь, чтобы получить новые эмоции и яркие воспоминания.